Друзья, всем огромный привет, мы с вами продолжаем играть Звездные войны Павший Орден. Как помните, в прошлом выпуске мы с вами немножечко так побегали по Татамиру, поняли, что нам не хватает двойного прыжка или ускорения, но я думаю, что это двойной прыжок. Соответственно, не хватает его для того, чтобы там перепрыгнуть в некоторых местах, да и на самом деле на Зефа его не хватает. Так что отправляемся с вами на кошелек по основному заданию. Ты готов? Что поделать, игра немножечко линейная, ну, ладно, бог с ним. Это простительно, потому что это такого, как сказать, жанра игра. Ладно, погнали сюда. Здесь все равно очень много классных вещей, то, что вот ты возвращаешься на предыдущие планеты. Я ничего не слышала. Медитация помогает мне не отвлекаться. Странно это. Богомол таких звуков не издает. Кажется, будто что-то внутри. Думаешь, кто-то посторонний? Тут не так много места, Грис. Ему бы пришлось потесниться. Все возможно. И еда начала пропадать. А еще эти запахи. А дроиды не пахнут? Вроде бы нет, но они точно не едят. Я еще поразведаю. Если найду что-то, дам тебе знать. Буду ждать. Это тот самый заяц, которого мы пустили на наш корабль. Ладно, хорошо. Присядь, парень, пора приземляться. А я все думал, когда нам о нем что-то скажут. Так вот, на самом деле, вот я считаю, это прям очень классно сделано, то, что тебе нужно возвращаться на предыдущие планеты. Там постоянно открываются какие-то новые проходы, новые места. Так, они сказали, что нашли место. Секунду. Почему? Раньше я бы даже не стала возиться с мятежным сбродом. Но я еще одного джедая подавала. Точно. Знаю, что он здесь был. И за это все вы поплатитесь. Ну, в общем, понятно. Из-за нас тут проблемы. Чойси и Комари нарисовали для себя маршрут к месту встречи с Тарфулом. Я так думаю, что... Рада, что ты в порядке. Это ловушка. Прости, что не смог прибыть раньше, но я не забыл о Кошиике. Здесь опасно. Со уже ушел, так как потери слишком велики. Если вы уйдете, вуки лишатся поддержки. Не совсем. Мария остается с Чойсиком и Тарфулом. Часть наших примкнула к ним. А ты? Моя дочь уже лишилась отца. Я не могу. Но я и другие найдем способ послужить нашему делу. Береги себя, Мириена. Ладно, хорошо. Они нам проложили путь, да? Давай посмотрим. То есть вот здесь вот есть двери, которые до сих пор невозможно открыть почему-то, но нам с вами вот сюда. И... Не отставай! Да, вот здесь вот, как я помню, теперь мы с вами можем вот тут вот проехать в ту сторону. И собрать здесь, ну, либо силу, либо жизни. Сила, скорее всего. Да, сила. Покинутый патрульный пост. Опасно это место, беди. Воу! Я про тебя забыл. Ну сколько можно? Не, ну серьезно. Давай. Ай. Увлекся немножко. А я был первый. То есть, как видите, можно сбивать атаки. Я, ну, вот только на арене это понял, увидел, что я несколько атак сбил. Это прикольно на самом деле. То есть, ты можешь их избивать и уворачиваться, и некоторые атаки также парировать. Я, правда, не знаю, паука можно или сюда, нет. Веди. В общем, здесь очень большое разнообразие. И поэтому боевка прям доставляет удовольствие. А нам с вами куда-то сюда. Так. Секунду, давайте сейчас еще раз посмотрим. То есть, они мне предлагают через лифт налево и вот туда. Почему вот эти двери заперты? Скорее всего, мы пройдем через это все и выйдем там, да. Здесь просто лифт. Тут я вроде ничего не пропускал, абсолютно все собрал. Вот на Зефа там есть места, где я не был. Тут-то вроде все было собрано. Так, секундочку. Может быть, нам через тот лифт, где раньше сказали, что... Типа Сэл, не сейчас. Как слышно? Сэра сообщила мне частоту твоего кома. Мари, ты в порядке? Да, в отличие от многих других. Мириена передала тебе координаты места встречи? Передала. Я уже в пути. Хорошо. Мы уже почти на месте, но долго тянуть нельзя. Империя не дремлет. Примчусь как можно скорее.
Нам вот туда с вами. Я раньше так открыть не мог. Иди. Они, похоже, быстрые. Так, там какая-то птичка. Что за птичка? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Как я говорил, на Кшике очень агрессивная флора и фауна. Я просто хотел просканировать ее. Прочитать о ней хотя бы что-то. Давай. Майкер. Остерегайтесь пикирующих атак. Обязательно переходите в контратаку после парирования. Сокращайте дистанцию, притягивая их с помощью силы. Грозный Майкел, коварно летающий хищник, который славится стремительными атаками с воздуха. Понятно. Так. Здесь можно сохраниться. Интересно, как они туда прошли и не открыли мне путь, чтобы самому, ну, чтобы я тоже мог туда пройти. Так, ну то есть тут все понятно, хорошо. Ладно. Я там штурмовиков вижу. Иди сюда. Враг наверху. Ну, подходи. Ах ты, елки-палки. Ладно, я на самом деле. Огонь по цели. Фигня страта. Тебе не выстоять против... Против чего? Он расправился. Там еще? А? Тут есть фишка, если мы быстро бегаем, они ничего сделать не могут. Ну-ка. Да, пошли нафиг. Это прикольно. Там он еще один. Тихо. Еще один капитан. Мы же сказали, что я расправился с поддержкой. Рано или поздно ты отвлечешься. Или ты. Я здесь ничего не пропускаю. Да нет, вроде нет. И там вроде мы с вами все собрали. Дальше пройти было нельзя. Сейчас посмотрим по карте. Ну просто, чтобы не возвращаться. Так, я вижу впереди капитана. Да что ты? Ладно, я сам виноват. Почему я его не могу... А, могу замедлить, хорошо. Я думал, у меня с замедлением что-то не так. Секунду. Здесь направо проход. Это шорткат. Шорткат куда? А, знакомое все место, хорошо, я понял. Я лишу тебя жизни, джедай. Твою за ногу, а. Иди, давай, Стим. Если неправильно включаешь быстрый бег, то, естественно, да, не можешь увернуться абсолютно. Я пристрелю тебя. Да иди нафиг. Лови. Еще раз не пройдет. Все хорошо. Я просто что хотел сделать. Ты когда достаешь меч, и быстро бежишь, он парирует все атаки. Но когда он их убирает, то... Ну, то есть, точнее, когда он достает во время бега, то он перестает быстро бежать. В общем, это такой маленький заглюк в игре и маленький баг, наверное, не знаю. И к этому просто нужно привыкнуть. Ну-ка. А вот та самая улитка, которую мы с вами видели. Ну, давай сканируй, хорошо. Что он делает? АТ-АТ? Ну, я знаю, что такое. Ну, АТ-АТ, естественно. Вездеходные бронированные транспорты. Тихо. Ну-ка, давай улиточку. Отсканируй ее, отсканируй. Нет? А, потому что мы в бою, понятно. Тихо. Пошли. То есть, видите? Он ничего не может сделать. Но, зато я могу вот так вот пробить. Я смогу. Спокуха, там еще одна. Давай. Поздно. Давай еще раз. Отлично, есть. Только нужно было, наверное, использовать вот на тех ребятах. Тихо. Хорошо. Плюс опыт. Помимо опыта, не могу отсканировать. Давай наверх. Хотя стоп. Давай. Есть минус два. С одним разберемся сейчас. Бежим. Бежим. Все, отлично. Фух.
А я успею ее отсканировать или нет? Или она сейчас исчезнет? Она, наверное, уже исчезла. Черт! Да откуда же вас здесь столько-то, господи? Ну? Сразу успела. Фух. Ну да, теперь уже не успеем. Что тут? Что там? Беги. Дом Вуки разрушен. Теневые земли усеяны деревнями Вуки. Благоговение перед деревом Врашир прослеживается в незамысловатой архитектуре Вуки. Ну, это ясно. Это мы и в Которе видели, да много где. На самом деле, мне кажется, в Которе это лучше всего показали. Но там... Хотя нет. Там, кажется, город был... Ух ты, класс. Тот самый или нет? Ну-ка, секунду. Да, сюда, все верно. Причем... Здесь по какой-то поверхности можно пробежать или забраться. Только непонятно где. Где-то вот тут вот. Ну ладно, бог с ним. Давайте съедем вниз. Не, непонятно. Это просто так, ну, странно отображено. Там коробка. Воу! Здесь может быть сейчас какая-нибудь опасная тварь в воде. А здесь может быть паук или еще кто-нибудь сейчас выпрыгнет. Не хочешь заглянуть? О, ты что-то нашел? Кродий. Полученного материала Святого Меча. Ну что, паук? Нет? Не, никого нету. Ладно, поплыли туда. Сохранимся. Заодно еще восстановимся с тимпаки. Классно тут у них. На самом деле сделано прям очень красиво. Продвигаемся! Мы почти в теневых землях! Партизан. Хорошо, я понял. Можно и отталкивать, но я просто не хочу тратить энергию. Заряд силы. Чем-то пахнет. Что за запах? Да ладно тебе. Ты видишь ловушку прямо перед нами? А я вижу. Давайте обойдем. Спокуха. Класс. Не надо. Не надо. Не надо. Помощь будет, кстати, беги. Ребят, брысь. Да тут весь лес живой. Да, да, да. Это кошик, брат. Куда нам? Вот сейчас это непонятно, куда нам нужно идти. Хотя вот там просто тупик, мне кажется. Ну давайте заглянем, может быть, какие-нибудь коробки есть. Хотя не похоже на тупик. Здесь артефакт. Это не обсуждается. Покинуть кошик — наш единственный шанс на выживание. Ну, я да. Не оставлю Вуки. И приму всех, кто не хочет улетать. Тогда останешься здесь. Отряд, выдвигаемся. Идем. Мы найдем Тарфала. Это просто ранец. Они здесь привал делали. Переломный момент. Ну, то есть, Сагирейре не понравились эти растения, я понял. Блин. Хорошо. Окей. Это было очевидно, на самом деле. Секунду, там еще один. А здесь нельзя подняться? Можно. Что там? Цветок? Да, новые семя, молочная трава. Надеюсь, гриза они не напугают. Так. Ладно, давайте сюда сходим. Что за звуки? Проход туда. Там как раз штурмовики. То есть я думаю, нам туда, но сюда сходим, чтобы просто осмотреть. Блин, слишком много
Такое ощущение, что они что-то защищают, да? Спокуха. Беги! Я хочу туда пробиться по-любому. Давай. Тихо. Давай. Ну! Понятно, что это больно. Давай разжимай. Ну! Трень такая. Придется здесь тоже попасться. Хотя можно было просто пропрыгать. Что это? Что-то в этом месте, оно для них священно. Священные теневые земли. Священная для Вуки область, убежище, одно из немногих мест, свободных от Империи. По крайней мере, так было раньше. А я помню, как раз в которой тоже про теневые земли было очень много. Мы даже по ним немножко бродили. А вот там вот мы наверх все-таки с вами не поднимемся, мне кажется. Хотя это нужно проверить. Пошли проверим. Не выручишь? Нет, здесь нету подъема. Там эти растения. Далиан не доползти, там просто свет, все хорошо, я понял. Значит, нам туда, где как раз штурмовик стоит. Нападаем на него! Тихо. Мы прикончили, тварь? Давай, съешь его. Он же на цветке стоит. Отлично. Сканируется. Грибоцветы. На Кошейке грибоцветы считаются деликатесом, однако в пищу пригодны только не достигшие зрелости грибы. После формирования луковицеобразного биолюминесцентного плодового тела гриб становится чрезвычайно ядовит. Случаи отравления грибоцветами редки, но зачастую фатальны. Ну давай, иди сюда ко мне. Да. Давай. Отлично. А этого нужно именно замораживать, я думаю. Хорошо. Сразись со мной. Сражусь? Сил нету. Они что ли забили вот этого? Давай вот отстанем. Просто царапина. Ну, сюда. Ну как дела? Давай еще. Это шикарно. Обожаю Кошейк. Я сейчас повалюсь, да? Да, точно. Бежим. Я там ничего не пропустил. Ай. Не нужно меня трогать. Я невкусный. Ёлки-моталки. Куда ж вас здесь столько? Нормально так. Будем бегать. Другого варианта нету. Ух ты! Да убери цель, пожалуйста. Ну, то есть это самая правильная тактика сейчас, вот так вот бить их. По-другому слишком мало места. Мы даже раскрутиться толком не можем. Давай! Прикольно. Последние пару ударов. Только я хочу забить паука первым. Давай. Отлично. Я объясню для чего. Просто паук у нас отсканирован, а вот эта зараза нет. А мы за него как раз опыт получим. Хорошо. Давай, добивай. Черт, больно. Эй, беги. Давай. Есть, хорошо, давай. Отлично. И сканируй. Все, успел. Слик. Класс. Атакует медленно. Действуйте на опережение или уклоняйтесь. Избегайте ядовитых выбросов. Слиги крупные, плотоядные брюхоногие. Встречаются практически в любых условиях, но больше всего любят прохладные и заболоченные территории. Класс. И вот здесь кто-то у нас.
не прорваться! Всем частям отступать! Мы вас прикроем! Нападение на партизан. Ну, то есть, читать нет смысла. Партизаны оказались здесь в трудном положении. Позднее ситуация стала безвыходной, им пришлось отступить, понеся тяжелые потери. Ну, то есть, это и так было понятно. Интересная стричка какого-нибудь старого мудрого в Вуке, который здесь живет, или джедая. Или какую-нибудь мудрость джедайскую. Фух, это было страшно. Подобное. Первое озеро. Там можно сохраниться. Что это за зеленая фигня? У нас 2 очка навыков как раз, смотри. Так, стоп, древо навыков. Давай смотреть, что мы сейчас можем взять за это дело. Вообще, я бы на самом деле взял здоровье. Здоровье, да? Увеличивает максимальный запас здоровья Кэлла, а вот здесь, при использовании стимов, восстанавливает больше здоровья. А, секундочку, вот здесь была классная штука за 3. Восстанавливает целиком индикатор силы, так что оставим на потом. Давайте лучше накопим с вами как раз 3 очка навыка, а потом займемся этим делом. Так, секундочку. Интересно там, что у нас? Там можно забраться. Но там эта фигня. Ты имеешь в виду вот здесь собраться, да? Мне кажется, она выбрасывает яд или еще что-то. Да, вон, секундочку. Что ты такое? Ты подбрасываешь наверх? Она подбрасывает наверх, я понял. Хорошо, спасибо. То есть она меня может подбросить вот туда к ящику, окей. Сейчас, сек. Здесь вроде ничего, но давай. Круто. Это прям очень круто. Нужно проверить, верно? Что так? Иди. А вот туда наверх. А, новый материал пончо Шио. Классно. Мне прям нравится. Ну, слишком красное. Слишком красное. Если бы было чуть-чуть более тусклое, было бы приятнее смотреть. Так, персонализация. Что мы с вами у нас? У нас был одет... Нет, секундочку. Пончо. У нас был вот такой костюм. Ну, есть еще вот такой, можно его переодеть. Хотя, что там еще классное есть? Вот это... Нет, это Дикий Запад. Это без пончо. Ну, блин, мне на самом деле очень нравится, вот как сделан как раз у... Ну, пончо повстанцев такое потрепанное, грязное. И с теми же самыми цветами. Я навряд ли до него допрыгну оттуда. Спокуха. Пауки. Но я не думаю, что сейчас это будет сложно. Ну иди сюда. Не нужно брать цель. Вообще. Ладно, хорошо. Тихо. Да. Блин. Это неприятно. Да, я понял. Все хорошо, ладно. Какие же они жесткие, а? Минус 1. На самом деле все очень просто, но тупить просто не нужно. Ух ты, елки-моталки, а? Злобные. Ну ты даешь. Я понял. Все, отдыхай. Беги, да уж. Живка здесь очень неприятная. Ну-ка. Эти деревья. Здесь повсюду сила, я это чувствую. Духовная связь. Между Вуки и их лесом была особая связь. Да, она до сих пор, наверное, есть. Здесь несколько проходов. И, блин, скорее всего, вот туда, куда я пошел, да? Сложно сказать. Что там? Здесь какой-нибудь огромный паук, нет? Тут вообще непонятно, куда мне нужно идти. Скорее всего, сюда и нужно. Но я хотел бы все осмотреть вот там вот. Смотри. Мы сейчас отсюда попадаем вот туда. Идем дальше, беди. Это не точка сохранения, нет. Это еще место силы. Ух ты, хорош.
Это еще одно место силы. Отзыв. Торфул. Торфул рычит. Это же... Это он! Спасение. Отступающие партизаны были спасены от имперских сил вождем Вуки Торфулом. Понятно. Я здесь запрыгну? Нет. А, тогда все понятно. Значит, нам все-таки в ту сторону. Ну ладно, хорошо. Или... Нет, здесь не пройти. Значит, единственный вариант — это вот сюда пойти. Хотя я могу на самом деле, смотри. Сейчас, секунду. Что там? Хочется... Кто-то давай. Нашел, что это? Легочница. При возникновении угрозы легочница наполняет внутренние полости воздухом, чтобы казаться больше. Ну, понятно. Давай, иди сюда. Мне просто нужно, чтобы ты меня закинула вот сюда. Ладно, с разбега нужно. Хорошо, я понял. Сейчас попытаемся. Давай еще разик. А, может быть, нужен двойной прыжок. Ладно, плевать. Значит, просто идем сюда. Нет? Вот туда. Хотя нет, смотри, мы там сюда мы вот так вот попали. Встретиться с Тарфулом. А, я вижу, все хорошо. Фига себе. Но они намудрили. Привет, ребят. Вы прорвались. Это вождь Тарфул. Я здесь по заданию Эна Кордовы. Он искал артефакт Зефа. Найдя его, мы сможем спасти джедаев. Кордова обрел мудрость на вершине первого древа. Ищи ответы там. Большое. Даже не знаю, откуда начать. Что ж, возможно, ты найдешь путь через корневую систему. Но большая его часть под водой. Возьми эту маску. Ну, пожалуйста, мы получаем с вами как раз ребризер, который, ну, блин, как раз был у Энникина и этого самого Оби-Вана. Спасибо. Что вы собираетесь делать? То, что можем. Продолжать бой. Удачи. Надеюсь, увидимся. Подводной маской следуйте новой области под водой. Хорошо. Икс. То есть она автоматически будет одеваться или как? Ну-ка. У нас с вами, как помните, было несколько сундуков под водой. Давайте посмотрим. Сейчас прыгаем в воду. Удерживайте, чтобы нырнуть. Так вот, у Энникина и Оби-Вана на планете, где были гунганы. Где был Джа-Джа Бинкс. Кстати, а вы видели, а для всплытия, видели ролик о том, что, ну, эти безумные теории, Джа-Джа Бинкс главный ситх? Блин, очень классный. Или главный злодей, что-то типа того. Так, секундочку, я где-то абсолютно точно видел коробку под водой. Но где она была, непонятно. Там пещера. Вот одна. Новый переключатель. Он даже не спрыгнул с плеча. Ладно, еще одна коробка. Косяк с анимацией, конечно, косяк. Покрытие из электрума. Ты мне еще объясни, как ты под водой разговаривал с этой маской. Вроде она для этого не предназначена. Ну-ка, давайте сюда сначала. Здесь можно выбраться. Я думаю, что это просто какое-то место силы или что-то типа того. Да. Здесь укрывался Вуки, оплакивая утрату старейшины. Ну все, поплыли вперед. То есть мы с вами теперь можем исследовать подводные места, там, где как раз вот были на Зефа, на Богана. Вон коробка как раз та самая. Похоже. Дюралей. Что? Что ты сказал? Он сказал что-то там про пропетюкал здесь. Ты хотел что-то собрать? Да нет, вроде здесь ничего. Видишь, он здесь что-то говорит. Во, сканировать. Водоросли.
Банк данных сканирования. Что это? Низколетящий десантный корабль ЛААД, также известный как боевой штурмовик Республики, являлся и вооруженным транспортом, который использовался большой армией Республики во время войн клонов. А, понятно, а где он? А, вот. Я понял, хорошо. Ладно, подожди, я хочу сначала все исследовать, потом отправимся сюда. Как раз смотри, штурмовики. Ну, в смысле, в тот момент это просто клоны были, да? Скорее всего. Давай здесь осмотрим. Нет, здесь можно просто всплыть и все. Если не ошибаюсь, это то место с пауками. А нам с вами вот сюда. Все, вроде здесь больше ничего нету. Отлично. Давай, господи. Вот это прикольно, на самом деле. Что тут у вас происходит? Ему никуда не деться. Давай жги его. Чтобы мне поменьше было работы. Пускай они там развлекаются, да? А мы здесь. Теневые земли. Кошик. Нужна помощь. У меня тут кот меня отвлекает, сори, ребят. Я тут пару схваек сделаю, потому что он сейчас рвался в комнату, а теперь рвется из комнаты. Очко навыков получен. Чего он хочет, я не понимаю. Чего он сюда рвался? Он вошел, посмотрел и теперь рвется отсюда. Ладно, они хорошо. Они не остановятся, пока всех не уничтожат. Так, секунду, а здесь нету никаких проходов скрытых? Как мне попасть вот туда? А, ну возможно, как-нибудь вот так вот. Шикарно. Это еще один стимпак. С этим нас с тобой будет просто не остановить. Вот это на самом деле вовремя. Давай, могу использовать? Раз, что ты со мной, беди. О, сразу 6, все, отлично. Просто все полностью восстановилось. Так, далее. Нет, но здесь ничего нету, то есть я думал, может быть, там будет круг медитации. Но... Нет, отсюда я не допрыгну. Отсюда... Цепляйся, блин! Все, отлично. Пойдемте добьем этого слизняка. Потому что все-таки это опыт. Силы нету, я понял. Фига себе неповоротливый. Это называется на неповоротливый? Помощь. Вы шутите? Расхраб, вы чего? Спасибо. Да уж. Ну-ка, что это? Нашел что-нибудь. А, это тот цветок. Сава. Может тянуться в сторону находящейся поблизости жертвы. Обладает защитой от режущих ударов, в том числе и световым мечом. Прикольно, змееподобное растение, которое в основном встречается в теневых землях Кышиика. По природе своей это паразит, который может медленно тянуться к находящейся поблизости добычи. Понятно. Ну ладно, пошли дальше. Я на самом деле предлагаю сейчас добраться до точки медитации и остановиться, и продолжать будем в следующем выпуске, ну просто чтобы не растягивать. Я считаю, вот лично я считаю, вижу, что многие об этом пишут, что 30-минутные выпуски, ну там, или около 30-минутные выпуски, так скажем, может быть 40-минутные выпуски, смотреть просто, ну, как-то легче. Опси-дейзи. Очень долгие выпуски, реально сложно смотреть, там бросаешь его, потом не можешь досмотреть, не знаешь, что было в конце. Переходишь к следующему. И таким образом люди не видели, что я, например, верстак взял в конце выпуска. Все хорошо. Нет, так их не остановить. Только вот так вот. Ладно, дадим себе немножко заживать. Вот этому. Хотя, если быстро все сделать. Вниз? Да, вниз. От этих штук мурашки по коже. Да не говори. Эй, ну что ты говоришь? А он-то что сказал? Мне теперь интересно. Держись. Вот это они хорошо сделали. Действительно ощущается такой вот, ну, сила природы. Противник, готовься! Быстрее, закрывай его! Да чтоб тебе пусто было. Почему тебя-то не зацепило? Почему только меня? Он допрыгнул. Враг на подходе! Мне это не нравится. Давай его уберем просто нафиг. Хорошо. Это был
нас последний тяжело вооруженный штурмовик. А ты кто? Ну ладно, не тяжело вооруженный, хорошо договорились. До свидания. Меня ты не убьешь. Ты уверен? Ты быстро. Полезное качество. А ты хорошо летаешь. Так. Здесь у нас что-нибудь есть? Да, вон вижу. Но на самом деле теперь все нужно осматривать и под водой, и над водой. И это будет занимать еще больше времени. Что это? Там, возможно, что-то есть. Доблесть и мудрость, хорошо. Ну, то есть здесь полный комплект вот этой доблести и мудрости, я понял. Здесь... Да нет, здесь ничего нету. Но за водопадом. Здесь что-то скрыто. Отходим. Кстати, 3 очка навыка. Есть данные о местонахождении генерала Вуки. Пошли. Ну-ка, имперские щейки. Отряд, выслеживающий партизаны Вуки, они охотятся за Тарфолом. Но я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что они смогут Вуки на Кшихе поймать в теневых землях. Так, куда нам с вами? Скорее всего, куда-то сюда, да? Давай. Эй, да я же нажал. Не, ну это прям несерьезно. Камон. Я ж абсолютно... Вот, смотри, здесь он вообще притянулся к этим лианам, я не знаю, за метр там. Не знаю, прилип к ним. Ладно. Это прям очень круто сделано. Так. Самый кайф в том, что все планеты разные, головоломки разные, то есть прохождения абсолютно разные. Это действительно доставляет удовольствие. То, что постоянно разнообразие, постоянно что-то новенькое, постоянно что-то вот необычное. Окей. Дальше сюда. Ну и плюс я, честно говоря, очень мало играл вот именно в такие игры. Как думаешь, если бы мы не вмешивались, империя бы также обрушилась на Кашиик? Да, по-любому. Джедаи должны быть символом надежды, а я привел сюда инквизицию. Мари и Тарфул доверились мне, а я снова подверг их опасности. Так, у нас с вами точки медитации, наконец-то. Знаете что? Я предлагаю сейчас отдохнуть. Открыть древо навыков, прокачать наконец-то стимпак, то чтобы он нам восстанавливал еще и индикатор силы. 3 очка навыков стоит. И на этом сейчас остановиться, следующий выпуск будет сегодня, немножко попозднее. Так что на этом пока что этот завершим, если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем, я постараюсь его сделать максимально быстро.